Целый день мы пережидали шторм у деревни Плав, не имея возможности выйти в озеро. На следующий день должны были появиться догоняющие, и мы решили утром, если волны и ветер станут меньше, перебраться поближе к месту встречи, на один из островов у северного берега. А вдруг ты завтра попадешь на остров в океане? На остров? Вот здорово! А как же ты там проживешь без повара, без няни? А я найду кого-нибудь. Да хорошо бы, как бы так. Но мы-то знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем. Не обитаем? То есть абсолютно. Подушек нет, тоже свет нет, ни одной кровати. А я на травке буду спать. Проснулся на травке. Костер, 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 костер. А я велю зажечь костер. Но мы же знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем. Что, совсем не обитаем, да? То есть абсолютно. Никто на помощь не придет, ни дров не раздобудет, никто не спарит ничего, ни на каком огне. А я пойду, топор найду. И что же дальше будет? Ты размахнешься по сосне, а трахнешь по ноге. Грибы, орехи собирать умеешь? Нет, не умею. А хотел убежать, успеешь? Нет, не успею. Не бойся, мы тебя спасем. Ну как же мы его спасем? Ведь мы считаем, что этот остров не обитаем. А я? А я? А я? А ты сидишь на берегу, тебе тепло и скучно. Сидишь себе, худеешь, не по дням, а по часам. Но почему? Почему? У меня таких мыслей не было.